я должен что-то говорить. Я читал ваши комментарии, читал все комментарии, кто мне писал, в общем, на мой канал. Погода за моим окном холодная. В Даугавпилсе, в общем, октябрь уже, ну, как бы конец октября уже похолодало. И нужно дальше что-то говорить. Кто следит за моей ленте ВКонтакте, знает, о чем я сейчас буду дальше говорить. В общем, это Харли Квинн. Напишите еще раз мне в личку или под этим видео, что вы думаете про Харли Квинн. Для меня это очень важно. Я хотел сказать, что я ходил в начале августа на этот фильм, и поэтому я вас прошу ваше мнение, что вы думаете про Харли Квинн. Ну или кто уже смотрел, решил посмотреть фильм, или еще хочет посмотреть фильм про отряд самоубийц. Теперь хочу поговорить по делу. В общем, скоро на моем канале будут некоторые ролики идти на ином языке. То есть я хочу говорить на английском языке. Кто-то еще помнит из моих старых подписчиков, что я читал рэп на латышском языке. Ну вот, поэтому я хочу какое-то дать разнообразие, хочу какое-то дать развитие, чтобы как-то не все штамповалось, а было это интересно смотреть, чтобы, допустим, кто хорошо владеет английским языком, мог бы, ну, меня оценить, как он это умеет. Допустим, человек, который хорошо владеет английским языком, мог послушать, ну, с его стороны на меня с видео, как я говорю на английском языке. Ну и затронуть те темы, которые касаются, скорее всего, Голливуда и американских фильмов. Конечно, я хотел бы и говорить на латышском языке, потому что на данный момент сейчас я хожу на курсы латышского языка от биржи труда. Поэтому некоторые блоги я хотел бы вести тоже бы на латышском языке. Вроде вот что я хотел сказать по поводу языков, в общем. Скоро вы все это увидите в следующих моих роликах на моем канале. 20 октября на канале Ник Черникова вышел новый проект. Проект, в общем, называется «Блогеры по-флотски». И будет постоянно укачивать, будут все время травить за борт. Или они сюда за миллионом рублей приехали? Ха, будут прыгать по мачтам, тягать. Блогеры по-флотски. Сегодня я на русском ютубе это посмотрел, мне очень понравилось. Даже об этом проекте я скажу в конце года, потому что, на мой взгляд, это свежо. Но вы скажете, вы где-то это видели по телевизору. Да, это мы видели по телевизору про выживание. Ну там, помните, звезды собираются и их проверяют, кто выпадет, а кто выиграет. Ну там, выиграет миллион. В общем, мне проект очень понравился. Это не зашкварно, это... Ну, в этом есть какая-то годнота. Мне очень понравилось. Поэтому, если вам нравится море, корабли, если вы смотрели фильм про адмирала Ушакова, если любите читать литературу про моря, корабли, про капитанов, то обязательно начните смотреть, в общем, этот проект «Блогеры по-флотски». Вся дополнительная информация под этим видео. Ставь лайк этому видео, подпишись обязательно на этот канал, пиши свои комментарии. Просто всем пока!